Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Садитесь ли вы на шпагат? И во сколько лет вы сели в первый раз? Первый мой шпагат был в 5 лет, когда я ходила и занималась народными танцами. Потом он быстренько пропал. Во второй раз я села 17 лет на шпагат. Сейчас я не сижу на шпагате, но каждый раз растягиваюсь, что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС.